Добрый день, друзья, дорогие и прекрасные зрители. Я опять на площадке, сделанной в СССР. Все сияет, все такое красивое. Очень много украшений. Сегодня будет аукцион, и я вам сейчас покажу, что будет представлено на аукционе. И, конечно, я буду участвовать в нем. Вот какие у нас будут сегодня выигрыши. Бокалы для шампанского, высокие золотые, мишка, кувшин со стаканами. Такой наборчик. Привет. А это наборчик чей? Бжелевский? Этот, да. Бжелевский. Этот, по-моему, Бжелев. Чайник тоже выбежал. А, нет, чайник Европы. А вот этот вот чего? Это Нижний Новгород. Синенькая? Да. Нижний Новгород. Надо же. Спасибо. Да, а какая разница? Не, я себе. Даже бутылка коньяка, ой, набор глиняный. О, стаканы такие. Ух, какая ваза длинная, высокая. Лондон, Англия, где-то, наверное, 50-е годы. А, итак, ваше слово. Номерок-то взял? 23-й номер. Чего вы? Засмущали. 150 рублей. Раз. 150 рублей. Два. 150 рублей. Ой, 200 рублей. 200. 200. Девушка, вперед. 250. 250. Вы, если что, можете чуть-чуть вот назад сдать. Да, да. Ребята, еще раз попрошу, пожалуйста, потише, а то очень громко приходится кричать. Итак, 250 кто дал? Да. Вы? 250 рублей. Раз. 250 рублей. Два. 250 рублей. На самом три. Деле, 30. Мне очень нравится вот эта компоновка, синяя-белая, такая монохромная роспись. Это все роспись, чтобы вы понимали. И снизу клеймо, вот такой очень симпатичный чайничек. Англия, ну тоже примерно, наверное, послевоенный, конец 40-х, конец 50-х, вот где-то в этот период. Итак, чайник. 50 рублей, 18-й номер, 50 рублей. Раз, 100 рублей. 100 рублей. Раз. 150. 200 рублей. 250. 300 рублей. 300 рублей. Раз. 300 рублей. 350. 350. Я с вас вспоминаю, блин, смеху подобно. 350. Раз. 350. Два. 350. Три. Продан чайник. Чудесный. Мария великолепная сегодня отличилась. Наверное, только один флакончик вот этот с позолотой. Ну, чуть потертенький, конечно, но сами понимаете, время никого не щадит. Итак, вот два предмета из парфюмерного набора. Антикварные. Итак, 50 рублей. 50 рублей. Раз. 50 рублей. Два. 50 рублей. 100 рублей. 150. 150, 150, 200 рублей, 250, 250, раз, 300 рублей, 300 рублей, раз, 300,
350, 400 рублей. 400, раз, 400, два, 403. Более всевозможных других, а прозрачных их очень много. А вот зеленые почему-то очень редко попадаются. Итак, вот такая вот вазочка, где-то, наверное, тоже 40-е годы, может быть, даже раньше, потому что со стеклом его очень сложно отличить. Ну, кто только специалист, кто только ими занимается, в смысле, им стеклом. Итак, ваза. 100 рублей. Ой, 50 рублей. 100 рублей. 150 рублей. 200 рублей. 250. 300 рублей. 350. 300. 400 рублей. 400 рублей. Раз. 400 рублей. Два. 400 рублей. Три. Продана шикарная. Поздравляю вас. Спасибо. Отличная покупка. Чечницы. Салон, вернее, перечница или горчичница. А вербилки тоже где-то 70-е годы. Итак, 50 рублей. А, 50 рублей, извиняюсь, не заметил. Вы что-то им так машете, поэтому не поймем, когда вы ставку делаете. Итак, 50 рублей. Раз, 50 рублей. Два, 100 рублей. С галерки 8 номер. 150 рублей. 150. А я? А, ой, извиняюсь, 200. Я же вам рассказывал, да, я тоже так же вот махал, как ты, да, на солнце я был, да, и мне, и все, поеду. Я говорю, что я взял-то у соседей, ну, хорошо, хоть по теме. Итак, сколько у нас там, 200, да, 250 рублей, раз, 250 рублей, два, 250 рублей, три, 23 номер, 250, чудесные соломки производства вербилки. Так, вычеркнем это. Вот такой вот классный. Ну, сюда можно все что угодно поместить. Пока нет. Можно пирожков на весь подъезд. Можно, я не знаю, там рыбу покрошить. Короче, вот такое кузнецовское блюдо. Клеймо достаточно редкое, вот эта вот звезда. Итак, блюдо. Начальная цена 50 рублей. Кто? 50 рублей. 100 рублей. А? Там что, какое клеймо? Блин, тоже как свой. И Кузнецов, да, все как положено. 200 рублей. 250. 300 рублей. 350. 350 рублей. Раз. 350 рублей. Два. 400 рублей. Да, Рома, блюдо Кузнецов. 400 рублей. 400 рублей. Раз. 400 рублей. Два. 400 рублей. Три. Продано блюдо. Поздравляем. Тем более он здесь с машинками, с какими-то. Сам он, конечно, из силумина, но обычно они обламывались. Но этот, к счастью, сохранился. Мужчины, это вам. Итак, вот такой набор для, не знаю, компота, вина, да, чего угодно, короче. 50 рублей. 50 рублей, 23 номер. 50 рублей. Раз, 100 рублей. 100 рублей, ребята. Всего 100 рублей вот такой набор. Вижу, Рома, 150 рублей. 200 рублей. 200 рублей. Раз. 200 рублей. Два. А вот он держит. 300 рублей. 350. Он решил взять. 400 рублей. 450. 450 раз. 500 рублей. Ух ты. 500. 600. 550. 550 раз. 552. 550. Здорово. Молодец. Не, отличная вещь. Какой номер? 23. Люстра такая. Ой, да, шикарная. Ну, естественно, Новый год. Как я мог пропустить, чтобы у нас было бы два стаканчика тет-а-тет для пары, богемия, ну это уже Чехия, более современная, уже не времен Советского Союза, но зато в родной коробке, сертификатом. Итак, два чудесных бокала для шампанского. Восьмой номер, 18, 50 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 150 рублей, 200 рублей, 250 рублей, 300 рублей, 350 рублей, 400, 450, 500 рублей, 500 рублей, раз,
500 рублей. 2. 500 рублей, 3, 26 номер, 500 рублей, чудесные, парус, так по не буду брать, пусть они там лежат. Так, номер дальше. Какой? 7. Итак, коньяк Арарат. Годов, наверное, 2019, то есть ему 4 года, сам выдержки 3 года, плюс 4 года в бутылке. Я думаю, что все с ним хорошо. Итак, коньяк Арарат. Я не понял, Армения вообще даже не реагирует, даже на слово Арарат не, даже голову повернул. Итак, 50 рублей, 100 рублей. 150 рублей, 200 рублей, 250, 300, 350, 400 рублей, 450, 500 рублей. Сколько? 1000 рублей. 1000 рублей. Раз. 1000 рублей. Два. 1000 рублей. Три. Продан. Бутылочка коньяка Арарат. Штуками, рюмочками. Ну, в данном случае по фулл комплект. Итак, моряк для крепких напитков. 50 рублей увидел. 100 рублей. 500 рублей. 150 рублей. 500. Рома. Из чего ты коньяк-то будешь? 500 рублей. Раз. Я из горла, да. 500 рублей. Два. 500 рублей. Три. Номер 12. Раз. 800. Два. 800. Три. Продано. Четвертый номер. Обалденный чайничек. Я не знаю, детишки есть. Вот я не знаю, если бы мне в детстве поставили такой набор, я бы сам там и поил, и этих гостей да, кормил. Да. Вот такой вот джельский обалденный наборчик. Если есть детишки, детский, внучата, детский, им можно привет. Запросто подарить на Новый год, чтобы они из него пили сами чай. Итак, набор джель детский. 50 рублей. 50 рублей. Раз. 50 рублей. Два. 50 рублей. 3. Не, ну у нас, конечно, номер 23. У нас будет предновогодний аукцион, где будут чисто такие вот подарочно-аукционные вещи. Но как бы то ни было, заранее наметить на такое это можно. Хочу сказать, что вот этот кувшин мне очень нравится. Он совершенно современный, Тайвань, сделан в Тайване. Но он такой фактурный, с такой птичкой, ну, с цветочками, совершенно целый. Вот такой вот кувшинчик. Итак, 50 рублей, 50, раз, 50, 100 рублей, 150 рублей, 150, раз, 200 рублей, 250. Ну, я теперь понял, что нравится Марии. 250 рублей, раз, 250 рублей, два, 250 рублей, три, продан, 80 рублей, два, 100 рублей. 150. Глин настоящий белый. 250. 300 рублей. Глина, 300 рублей. Глина, раз, 300 рублей. Два. 300 рублей. 23. 350. 350 рублей. Ну а что ты думаешь? 350. Раз. 400. 400. Рома. 400. Раз. 400. Два. 400. Три. Продан. Потому что здесь все-таки нарисованы лимоны. Итак. Ну, набор под лимонад всего-то 50 рублей, 50 рублей, раз, 50 рублей, два, 50 рублей, три. Продано номер 28. Ну и, как всегда, у нас традиционный черный ящик. Я честно вам скажу, я даже не знаю, что там. Что там, я не знаю. 50, 100, 500, 550, 600, ей-богу, не знаю, 600 рублей, раз, 600, 800, 900, 850, 900, 900, раз, 1000, 1000, шаг 100 рублей, 1000, раз, 1100, 1100, раз, в прошлый раз 1100, были серебряные щипчики, 2, 1100, 3, продано, давайте посмотрим, за сколько? За 1100. Дешево. Ну, смотря что там. Блин, ну она как всегда. Ну, повторяемся. Опять серебряная ложка с чернью. Северная чернь. Ну, ориентировочная цена 6-7 тысяч рублей. Да, поздравляем. Поздравляю. Отличный подарок. Спасибо, ребята, огромное. Приходите еще.
обязательно перед Новым годом сделаем какой-нибудь очень интересный обзор. Если бы не знала. Это к Сереге. Просто цены непонятные, да? Уточка ватная ушла за 800 рублей, а блюдо 400 рублей, кузнецовское. Да, здесь вообще, конечно, непонятно. Ну, просто удача сегодня вот у нас. Да, ну это хорошо. Посмотрите, оно, кстати, можно в отличной форме для Кузнецова. Это просто ценность. А вот переверните, пожалуйста, клеймо. Нет, а что, замечательно просто. Такое блюдо в отличном состоянии. Да. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Как вас зовут? Меня зовут Ольга, но я очень публичный человек. Ну, зато подарки такие сами говорят за себя. Я вам желаю удачи, большой. После такого удачного аукциона надо за столом это все отметить. И у нас, видите, стол советской эпохи с набором, стройками рубин, шампанским, с бокалами хрусталем, с ананасами, с дюшесом, с перцовкой. Ну, все как положено. Друзья, приходите. Здесь очень много интересного. Вспомним и встретим Новый год в нашей привычной обстановке. Пока-пока.